Две серебряные медали на этапах Гран-при Куршевели Шеффилд. Катается под знаменитый Чардаш Монти. Но, к сожалению, единственный прыжковый элемент, который получился у Сираж, у Ясмин Сираж, это аксель. 2,5 оборота. Луц она сорвала, на Ридбергере упала. Ну, а остальное не имело такой ценности, какую имели эти прыжки для общего впечатления от программы. Тут еще сумасшедший недокрут, поэтому этот Ридбергер не будет засчитан как тройной. Позиции во вращении с усложнением, но не такие красивые, как были у ее конкуренток. Все в фигурном катании имеет значение. И, конечно, по многим компонентам Сираж сейчас проиграла. Она девушка разносторонняя, из спортивной семьи. Сама занимается не только фигурным катанием, но и на фортепиано занимается, играет и вообще всячески развивается в различных областях. Несколько
травм неприятных мешали ей на протяжении последнего сезона. Пожелаем же ей скорейшего выздоровления и избавления от всех этих неприятностей. 38 баллов всего лишь она получает за компоненты на балл меньше, чем ее конкурентки, а по технике на 10 баллов меньше, чем китаянка. И неудивительно, что она занимает последнее место. В завершении